Между нами снова. Такой у нас такой вот центр Москва называется. Отправила мужа на рынок за Килькой. Вот, жду, сижу, жарище, не могу. Мои дорогие. Ох. Решила влог снять. Давно не снимала. Вот. И что-то мы тут... Что у меня за бредятина? Что за... Боже, что... В общем, ладно, расковыряла я себе тут этот, как его зовут, ресницу он тут тушь. Все, у меня проблема с тушами, ну какую бы я ни купила, боже, какую бы марки я уже ни купила, бесполезно, ерунда такая. Даже не буду оправдываться, что я так долго не снимала, ну не снимала и не снимала, не хотела снимать. Вот и все. Ну, были какие-то проблемы. Вот, я была вся в институте, все, госы там прошли, последняя сессия и диплом, который у нас называется квалификационная работа. Диплом я еще не получила, то есть об окончании. Вот я прям ждала, когда я буду в камере этот, чтобы поковырять свои ресницы. А их почему не видно ресницы? Потому что у меня там татуаж, да, вот это вот. И за ним как бы не видно, как они торчат. А меня это злит. Представляете, как сводить татуаж с глаз? Мне кажется, это так больно, дискомфортно. Вот такая. Вот такие вот дела. А как дела ваши? Какие планы на лето? Кто куда едет отдыхать? Я не знаю, мы собираемся, не собираемся. Ну, это точно будет не за рубеж. В Турцию мы не поедем. Лично я побаиваюсь, нафиг надо. Это точно будет Черное море наше, но куда пока неизвестно. И поедем ли. Вот. Сейчас я вам продолжу показывать свои покупочки. Я хотела поздороваться, потому что все-таки здороваться надо. Тем более давно мы с вами не виделись. Так что пишите мне снизу в комментариях, как ваши дела. Девочки, которые мне писали, Катя, где ты? Я вас помню. Вы мне писали. Спасибо, что беспокоитесь. Мне очень приятно. И спасибо всем тем, кто поздравил меня с днем рождения. День рождения 7 июля. Я по гороскопу рак. Или, как некоторые говорят, ракиня. Вот. Сейчас я покажу вам свои покупки. Покупки. Аура. Ватные палочки. Так. А, что на них зацикливается? Обычные ватные палочки. Которые сейчас я переложу вот сюда. Здесь, по-моему, это была я самая. Так, хрен его знает. И тут же идет кот. Идет, конечно. Как же ж. Вот. Вот у меня полки вот так они стоят. В этой коробке удобно очень. Вот смотрите. Одна вот раздетая. Первый раз я такое вижу вообще, жесть. Черти че. Когда такое вообще было? В общем-то, в этой коробочке, значит, было больше. Собираюсь уходить. Здесь 200 штук. Вот у меня расческа Tangle Teaser лежит. Я расчесывалась, красилась. Значит, это мы с вами перекинули дальше из покупок. Аптеку покажу. Ну, она вообще тут лежит, ничего не в городе. Просто. Там брусневера прицистить. Задолбал мне цистит. Я здесь возьму Алокс. Изжога, то есть боль в желудке. Ну, чаще всего это муж у нас потребляет, не знаю, как его лечить тоже. Вот, цистон взяла себе вот тоже. Никогда не принимала этот препарат. Так что, не знаю, я его, вот я канифрон, но канифрон, что канифрон? Там опять все вылазит. Так,
Дальше. Девочка мне подарила подписку. Вот, Версачи. Я уже его открывала. 90 миллилитров, обалдеть. Такой большой объем. Ну, я думаю, что это не натуральный. Ну, то есть, понятное дело, что подделка. Но все равно спасибо. Вот Версачи с большой башкой. Раньше она маленькая была. Я так понимаю, что у натуралок должна быть здесь железка, правильно? Такое, по-моему, мне кажется, так. Аромат нежный. Он подтекает, вот смотрите. Фу. Очень нежный, самый раз на лето. Будем пользоваться дома. Или вот на магазин я хожу, когда хочется кожу помазать. Руки в спирту все. Так, шарик купила себе. Девочки у нас дали воду недавно. Вот, недавно, говорю, вчера, недавно. 2 недели воды не было. Грели воду, мучились. Я не могу, я лично мучаюсь. Тут у меня бурлящий шарик для ванн, клубника с пеной. Вот, СПБ Питер, наверное, делает. Да, вкусно пахнет. Вот, я решаюсь принять ванну и заодно кину шарик и побалдею. Сиськи мне не нравятся. В мои сиськи я себе купила Мама Комфорт гель по уходу за кожей груди. Смотрела, думаю, возьму. Маленькая, тоже маленький тюбик такой. Как-то не знаю я. У нас, как всегда, с вами с фокусировкой гипоаллергена. Вот. Выглядит вот так. Я толстею, сиськи увеличиваются и начинают, естественно, растяжки появляться. Не знаю, это ж насколько 100 миллилитров, насколько мне его хватит. Будем пробовать. Как раз воду дали, может теперь мазюкаться, а то я вообще ничем не пользовалась. Так, и давно себе хотела помаду купить. Купила себе ночную в Гоше. Да. Это фирма Гоше. Я снимала. А, в общем, сейчас я как раз чувствуется покажу. Стойкость, чувствуется качество. Лишний раз убеждаюсь, вот второй оттенок. Лишний раз убеждаюсь, что надо покупать. Лучше покупить одну вещь, одну тушь, а одну помаду. Одни хорошие какие-то тени, да, ходовые, которые вы можете пользоваться там. Чем всякую фигню. Кстати, это касается лаков. Я уже себе сколько раз говорила, господи, вижу лаки, там захожу в Фикс Прайс, вижу дешевые. Вот дешевизна, да, тянет. Надо купить. То есть даже у меня нет мысли, что надо купить. Я беру просто и покупаю, потому что дешево. Потому что я понимаю, что я могу сейчас это себе купить. Но на лаках все вот эти сколы, они, конечно, раздражают меня вообще. Поэтому я себя сейчас учу, что я лучше буду покупать минимум. Но зато я буду этим пользоваться, а они не будут залеживаться, как с помадой, знаете. Купишь дешевую помаду, она вся лезет на кожу, она не стойкая. Она скатывается, вот, как я вот сейчас делаю. Вот здесь все скатывается, да, внутри. Вот, это супер. Оттенок сегодня не знала, какой выбрать. В общем, выбрала вот этот. Да, в общем, это фирма Гош. Вот помаду сейчас я вам выключу, потому что я сейчас пыталась снять просто саму помаду по-человечески, видя обзора, но, к сожалению, не получилось. Классная помада, понравилась. Я еще раз повторюсь, что выбора, во всяком случае, в Ревгош, я не знаю, было очень мало оттенков, поэтому я не знала, что выбрать. Были ярко-красные, ярко-розовая, и вот эта вот самая такая оптимальная, она была у девушки-консультанта на губах. В общем, поэтому я такие взяла. А как я подошла? Как я подошла, говорю, знаете, мне нужна матовая помада хорошего качества. Сначала подошла к Maybelline, или даже Max Factor. Вот. Но
Она сказала, давайте, говорит, я вам предлагаю ГОШ, потому что мы, девочки-консультанты, пользуемся им. Вот. Ну, пользуются, я им поверила и купила. А теперь буду пользоваться тоже. Но что-то я не могу остановиться на оттенке одном. Вот. Чек, хотела вам показать чек. А вот чек, что не говорили. Карточку, балбес, как забыла карточку от Ревгоша дома. В общем, вот столько стоит помада. Ну что, все, я пришла. Мне там размораживать на суп, шампиньоны. А это малина. Кстати, я ее даже не видела. Вот она. Вот. Что представляет. Ага. Такая. С хвостиками. Так. Муж мне принес розочки вчера домашние. Так, купила две дыни. Надеюсь, вот это колхозница. Вчера доедала дыни. Боже, какая она вкусная. Не знаю. Очень хорошо у меня идет. Ем одна. Муж не ест у меня ее вообще. Так, на суп болгарский перец. Но я люблю красный добавлять. Так. Два лотка огурцов. Дальше. Также на... Мой любимый ташлянского сыра не было. Пришлось взять дружбу. Это на суп. Где второй? Две штуки я взяла. Не знаю, где второй. Чаю. Яшки на печенье. Со вкусом апельсина. Далее. Фитнес. Свою любимую. Но для меня, например, это дороговато. Она заканчивается очень быстро. Ладно, если бы она до сюда была. Вот две капли. Фрукты, ягоды, орехи. Я вот недавно пробовала с йогуртом. С йогуртом нормально, но там очень мало этих хлопьев, покрытых йогуртом. Поэтому я вот эти буду брать. Больше с йогуртом покупать не хочу. Так, хлеб. Обычно нарезанный хлеб. Должен быть сыр. Да, все, нашла сыр. А то думала, может, я его забыла. Дубль 2. Все, и чай. Чай краснодарский. Могу всем посоветовать. Что-то вот в последнее время цепляет меня именно краснодарский чай. Но довольно-таки вкусный. Ну и показываю вам тюль. Да, наверное, ее лучше тюлью назвать. Вот. Вот такую тюль я захотела купить. Уже отвалились двое бусинок. С этой, с правой стороны, не знаю откуда. Кот у нас отвалил. Здесь пришлось мужу мундохаться обрезать. Вот. Вот такая вот. Я решила такую купить. От нее уже пошел тенек. Просто замечательно. Мне нравится, что можно засунуть руку спокойно. И не закрывает полностью солнечный свет. И бьется об батарею этими. Ты день вон по стулу. Ну, вот такие вот были мои покупки. Я сейчас буду чай пить. Чуть-чуть отдохну, то есть вообще ходила, суп. В общем, не знаю, что приготовить, и все. Потом помню, что кабачок есть, дома был. Вот, кабачок снизу так нарезала. Помидор, лук, совсем чуть-чуть зелени. Там майонез снизу, соль, специи. Думаю, ладно, вот так сделаю, запеку. Без рецепта сама придумаю. Вот здесь буду укладывать картошку, а сыра нет. В общем, вот так вот. Так, разложила, получается, в один слой. Буду сейчас посыпать для картофеля приправы сверху. И в духовку ставить. Я ее уже включила. Тут лук, по-моему, подгорит, вылез. В духовку сейчас подложить. Ну, минут на 40, мне кажется, у нас будет час. У нас почему-то всегда все долго готовится у меня. Блин. Зоомагазин такой. Не, магазин такой прикольный, да? Ну, да. Как-то лучше, чем этот. Кстати, вот всякие эти штуки, органайзеры, коробки. Они какие-то странные. Бывают такие не очень, а бывают этот. Ну, ничего такие. Много выбора. Или то, что мы давно не заходили. Да? Ну, ассортимент поменялся.
Ну да, и только видишь шляпы эти пойди, которые мы покупали в крайней мере. Здесь? Ковбойская. А что, мы там покупали? Да. И там ее оставили, помнишь, как фиксировали. А что, ты из опять? Из Калининградского фикс-прайса. Опять хочешь? Нет, я просто вспомнил. Трусы сейчас себе куплю. Плюс. Так, ну что, снимаем покупки. Сто лет не снимала. Гля, заглядывай. Что там, Брюс? Это у нас фикс прайс, по-моему, пакет. Так, это у нас окей. Пойдемте окей посмотрим. У нас такой срачельник. Не обращайте внимания. Так, окей, газеты. Там мы сегодня очень гуляли. Так, потом пицца окейская, Сицилия. Потом еще вторая пицца, это, кстати, чай пить. Пицца грибная. И я тут, по-моему, взяла маленькую такую. Это лепешка с сыром. Ну вот. Потом такая кавказская зелень. Вот. Вкусная очень. Лаваш зелени вот этот. Видение. Далее. Что тут еще есть? Салаты. Салат. Там уже салат с крабовых палочек, с кукурузой я такой не ем. Вот. Себе я взяла винегрет. Подешевле. Не открывается. Вот винегрет с фасолью. Вот, чтобы с фасоли бывает. Так, далее. Диро, жвачка, стимарол, точнее. И курица. То есть готовая курица. Она еще немножко теплая. Вот. Тоже. Это у нас окей. Дальше у нас тут кот в обмороке. Так, это у нас... Что это за магазин? А, это перекресток. Взяли туалетную бумагу марки, туалетная бумага. Что ты трёшься? Это пробуем, попробуем. Новую, потом воду пить. Сейчас жарко лето. Яблоки. Вот они красные. Такие яблоки люблю, зеленые или красные. Сочные. Импортные, по всей видимости. Что там? Что там? А? Салют. Все, обосрался. Так, потом мандарины захотелось. Вот три мандарина. И вода. Питьевая вода. Три бутылки. Так, потом еще с перекрестка чипсы. Принглс. Сметана и зелень. Здесь тоже вода. Это архыз. Это водичку. По пути, короче. Интересно, как... Вот, короче, сумочку... Сумочка для пилки Шоль. Сейчас мы ее предложим, померяем. Вот она. Вполне залазит сюда. Я тебя призвала. По-моему, прикольно. Нет. Вот. Помоги мне. Ну, нитку просто отрезать надо. Вот, в общем, вот так она смотрится. Вот он здесь лежит. Сюда же, если потом докупить, разбогатеем этот, ну, там, пилочка, которая для ногтей. И вот будет отделение такая для пилки Шоль. Ну, в общем, я там муж выбирал, я ее не собиралась покупать. Я вообще другую выбрала. Так, конкос. Это из фикс прайса я. Сказала, не знаю. Потом трусы, которые... Курицу. Ну, курицу, что там? Ну, что? Ну, курицу разделала. Я думаю, что ты как это? Трусы, которые троллят, говорю, меня. Это то, что я с фикс прайса покупаю. Зачем еще трусы показывать? Вот. Взяла 44-й. Нормальные такие трусы пойдет. Ну, и все равно они не вечные. Я их сносила, выкинула. Естественно, я зашла в фикс прайс за салфетками. Блин, не цепляется. Для интимной гигиены я понимаю салфетки. Так, стержни. Муж купил клеевых на пистолет. Так, Брюс, минус. Успокойся. Так. Там такие котики появились. Я купила себе 3 пары носков.
подошва белая, что, конечно, пипец марка. В общем, вот эти три пары носков вышли, по-моему, 50 или 55 рублей, чтобы не соврать. Вот так. Вот они, три кошки. И у всех подошва. Тянутся они не сильно, вот смотрите, практически не тянутся. Так что, дела вот. Томас на канале Самвель. А... Так, взяла вот эти попробовать. Называется Немед карамель. Попробуем. Жевательные такие, мягкие. Так, еще вот она. Третья. Для жопы. Потом антибактериальные, которыми я вытираю. Раковину, да, там унитаз. Ну, что, от шерсти, так скажем, от шерсти кошачьей. Потом чистин. Вот, чистин 3 в одном. И зашли в зоомагазин. Вот это вот зоомагазин. Зоомагазин в Харькове муж купил рыбий жир ветеринарный. Что у нас тут? Такая фигня, в общем. Это твоему дружбану, Брюс. Харьку твоему. Вот. Коту я купила, ну и, наверное, Харьку тоже. Фу, коту я купила, да, и Харьку, наверное, тоже будем давать. Ну, вот внутри подарок какой-то. Фармацевт. Неофармацевт. Совершенство шерсти для кошек. Вот. Будем пробовать давать. Фокусируется. В общем, витамины. Куча витаминов. Взяла какой-то корм попробовать. Пробаланс называется. Впечатлительное пищеварение. Вот две штуки я взяла Брюсу. Вот второй вот такой. Для поддержания иммунитета. Сейчас буду давать. Вот он уже видит. Он уже видит, что это его корм. Что он его знает. Так, еще такая штучка. Взяла попробовать веселый мармелад. Съедобные игрушки. Лакомство с кошачьей мятой. Что это вообще такое? С какой мятой? Как это понять, с кошачьей мятой? Не понимаю ничего. Сейчас будем смотреть. Брюс. Вонить мы, конечно, еще та. Дадим понюхать. Ну, нравится, нравится. Антон, ты идешь смотреть? Антон! Иди смотри, мы что потом будем покупать, возможно. Вот это мармелад кошачий. Смотрим. Не поймет ничего, не может понять. Но что-то вот его, ну, лежит, да? Что они туда засовывают? Что там? Не знаю. Состав надо посмотреть. Состав: сахар, песок, вода питьевая, глюкоза, желатин пищевой. Кода. Корм сухой. Ага. Крахмал картофельный, глицерин, масло подсолнечное, экстракт кошачий, мята. Что это такое? Комплекс витаминов группы Б, таурин. Вот в чем секрет. Кошачий мят. Мумиё, господи. Кошачий? Кислота лимона, сорбат калия. Они... Чего он обиделся? Достать не может. Ой, господи. Чего её достали на желе? Так, ладно. Вот подарок положили омегу здесь, вот в этом, в витаминах. И вот сейчас будем смотреть, что здесь за витамины. Вот такие берем первый раз, что их мало как-то. На. Будешь есть новые витамины? Сожрал. Даже палец чуть не съел. Все, молодец. Все. Выключаемся, Брюс, да? Красавчик. Брюс, прощайся. Пока-пока.